Тем временем Одесская область практически готова к непогоде. Тема ликвидации последствий снежных заносов и гололеда на дорогах региона стала основной на очередном аппаратном совещании в облгосадминистрации. Необходимо подготовить к вызовам непогоды порядка 10% всей спецтехники, а трем районам области пополнить запасы реагентов для защиты граждан от гололеда. Запасов топлива должно хватить, взаимосвязь с фермерскими хозяйствами по вопросу уборочной техники также отлажена. Основной вопрос, который еще предстоит решить, это улучшение координации профильных областных служб. На жаль, незрозуміла позиція керівництва Головного управління ДСНС України в Одеській області, яке звітувало, що в цілому вони готові, та не надали жодного документу розрахунку сил та засобів, які можливо задіяти у разі виникнення надзвичайної ситуації. Відсутній перелік і дислокація по районам області. Не надано розрахунок потреб матеріальних ресурсів. Губернатор Максим Степанов на совещании раскритиковал работу службы по делам детей. Поводом стала недавняя поездка Степанова в Березовский интернат. Глава облгосадминистрации поручил подчиненным тщательнее проверять социальные объекты и держать связь с общественными организациями, которые в курсе большинства проблем в детских учреждениях. Мне кажется, что алгоритм ваших дій щодо перевірки такого рода об'єктів повинен бути слідуючий. Ви повинні зробити перевірку, визначити, що потрібно там зробити, визначити терміни і потім отримати звіт, що воно зроблено або не зроблено. Якщо воно не зроблено, ви повинні піднімати це питання. Ви цього не робите. Не обошел стороной губернатор и резонансную тему – внесение залога за активиста Сергея Стерненко. Максим Степанов в очередной раз подчеркнул, что 600 тысяч гривен за Стерненко и 128 тысяч за директора детского лагеря Виктория Петроса Саркисяна – это проявление несправедливости. Отвечая на вопрос журналистов, губернатор сообщил, что после выхода активиста из СИЗО не встречался с ним и даже не разговаривал. Господин Стерненко является жестким моим оппонентом. Я не согласен, наверное, с 99 способами ведения им тех или иных акций. Он, более того, он всегда критикует власть, в том числе и меня. Здесь не вопрос фамилии. Здесь вопрос в том, что порядок должен быть в государстве, и этот порядок должен быть обеспечен. Я с ним, отвечаю теперь на ваш вопрос, я с ним не общался и пока не планирую.